Здравствуйте! Сегодня я хочу показать вам корейский салат, вкусный и легкий в своем приготовлении. Кальмары по-корейски. Для салата нам понадобятся тушки кальмара, морковь, лук репчатый, масло растительное, соль, соевый соус, уксус 9%, кориандр, черный перец, красный перец горький, чеснок, сахар, глутамат натрия. Итак, приступим к приготовлению. Слегка подсоленную воду мы кидаем кальмары. И ждем, когда вода закипит. Как только вода закипит, примерно полминуты, и мы их вытащим оттуда. Сильно нельзя давать им провариться, это будет плохо. Вода закипела. Чуть-чуть подержим ее, прокипятим. Примерно до 30 секунд, не больше. Все, и выложим ее сразу. Приготовили мы заранее холодную воду. Выложим ее сразу в холодную воду, чтобы сразу остудить. Все, сложили мы холодную воду, сейчас остынет. Сольем воду и поставим, чтобы стекла вода. Прежде чем приступим к нарезке, вот здесь появилась такая пленочка, мы его снимем. Она легко снимается очень. Очень легко снимается, мы ее снимем. Потом опять помоем. После того, как убрали пленку, начинаем нарезать небольшими полосочками. Вот так режем. Чтобы такие узенькие полосочки красиво получились у вас. Одну мы ради интереса нарежем колечками. Для разнообразия. Получились у нас вот такие вот колечки. Прикольные. Здесь вот соломка. Здесь колечки. Так, теперь займемся маринованием морковчи. Для приготовления морковчи. Для этого нам понадобится терка для шелкования морковчи. Чтобы сделать морковчу, мы... Также чуть-чуть сюда добавим сейчас лука репчатого. Добавим чуть-чуть уксуса 9%, чайную ложечку. Добавим соли.
все перемешаем и оставим примерно на 15 минут, чтобы оно замариновалось. Этого хватит. Пока будет мариноваться наша морковча, мы займемся поджаркой, или можно по-другому сказать, рассолом для кальмаров. Займемся поджаркой или по-другому маринадом для кальмара. Нальем 50 грамм масла в сковородку. Слегка нагреем. После того, как масло нагрелось, кинем лук измельченный. И поджарим его до такого вяленького состояния, можно сказать, прозрачного. Вот лук подошел. Насыпаем приправы. Кориандр, горький перцы. И слегка тоже это прожарим. Слегка. Все, можно выключать сковородку. Посыпаем сюда же чеснок, измельченный ножом. И нальем уксус. Обыкновенный уксус. Все, перемешаем и будем сейчас добавлять кальмары горячим. Так, теперь добавим сюда в кальмары морковчу промаринованную. Добавим сюда 1,5 чайной ложки сахара. Добавим сюда 5 чайных ложек соевого соуса. Добавим глутамат натрия, он придаст замечательный вкус. И добавим горячую поджарку. Все это тщательно перемешаем. Глутамат натрия можно не бояться. Вокруг него, конечно, ходят всякие разные стереотипы, но это всего лишь стереотипы. Это безопасный продукт, конечно, в меру, если его использовать. Даже мед, если использовать вне меры, он уже будет работать вне пользы человека, а вред. На сегодняшний день информация открыта, можно открыть интернет и почитать все отзывы, все проведения ученым, исследования. Ну и вот наш салат готов. Мы его поставим, как и все другие салаты, в холодильник на 5-10 часов, чтобы он отстоялся, впитал в себя глутамат и другие приправы, да? Чтобы смешались эти вкусы все между собой. И будет наш салат готов, мы будем кушать его. Всем приятного аппетита! Кому понравился наш салат, кому понравился наш рецепт, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания, до новых встреч!